Итак, через Австрию мы отправились в Польшу. Мы купили виньетку австрийскую за 9,2 евро и оплатили проезд через тоннель 7,4 евро. На границе нас остановили и проверили паспорта, но не препятствовали нашему проезду. Электрические заправки в Австрии. А вон там вдалеке огромная стоянка Ford. У нас суббота, и сегодня они отдыхают, а мы едем. Так, наш номер в Конгресс-центре. Этот австрийский отель запомнился тем, что он один из самых дорогих на нашем маршруте. И кроме этого, за завтрак с нас потребовали по 15 евро с человеком. У нас завтрак всегда очень легкий, и мы решили позавтракать на дороге. Чехию мы проехали за несколько часов, а на границе с Польшей нас застал сильный дождь. В Польшу мы приехали на деловую встречу, поэтому съемки туристических объектов Варшавы или Белостока здесь не будет. Снималось только то, что впечатляло по дороге. Отель, корчма. Какой-то небывалый. Наш друг снял нам отель «Двор Карвач», которого нет в Букинкоме. И дорога проходила вдоль реки Нарев. Нарев – это приток Вислы. Очень красивые места. А вот и мы идем ужинать. Вот Польша. Конечная цель нашего путешествия. Нам тут очень нравится, особенно мне. Кого ты здесь? Тебя в Амху. Из Варшавы мы поехали в Белосток навестить своих друзей. И после этого уже отправились в Краков в обратный путь. Это было последнее воскресенье мая. И мы попадали как раз на блошиный рынок в Кракове. Он проводился как раз в это время. Мой муж небольшой любитель старины, но я смогла его уговорить, раз уж так все совпало по времени. По рынку у меня есть два лайфхака. Первое – нужно покупать на национальную валюту, то есть на золотовке. У меня золотовок не было, были еврики, поэтому все получилось немножко дороже. И второй лайфхак от меня – это когда ты спросил цену, тебе ее назвали, и лучше сразу купить, пока они не поняли, что ты заинтересован. Потому что я прошла рынок, потом вернулась, и мне цену увеличили в результате. Ну, это человеческая жадность, конечно. Но это рынок. Давайте прогуляемся по рынку. Здесь интересно. Не забывайте,
на успех. 52. Комплект. Стульчик. Я тебе уже тут не снимал. Много чего. Вот это сними. Там была английская. Мне там понравилось. Евро. Пинч евро. Пинч евро. Не. Скажи донышко. А? Донышко. Спрашиваю. Давайте немножко бумажки. Так, ничего не понимаю.